Участники акции приняли участие в автопробеге. Плакаты и флаги призывали «За жизнь без абортов». Это убийство стремится стать нормой. И церковь всегда ставит заслон этому, призывая к совести христианской, призывая к покаянию. Настоятель храма преподобного Серафима Саровского отец Александр торжественно осветил икону «Святой образ Пресвятой Богородицы в родах помощницы». Икону установили на здании роддома. Она считается одной из важных в православии.